Всем привет! Хороший денек! Мы продолжаем исследовать близлежащую местность. Сегодня в эту наконец-то хорошую погоду мы решили прокатиться в соседнюю дельницу Весело, откушать кофейку с круассаном и поискать что-нибудь интересненькое. Римбертов, район Варшава, на юго-востоке города с 1957 года, площадью 19 квадратных километров, населением около 24 тысяч человек. Аккуратная застройка в 1-4 этажа, частный сектор, а вокруг сосновый лес, основная часть которого – Ковеченский заповедник. В Римбертове расположена Академия военного искусства, районное управо, большая библиотека, школы, сады и спортивный комплекс. Район очень уютный, тихий, зеленый и удобный. Продумано транспортное сообщение. А до центра Варшавы можно доехать на электричке за 15 минут, ну или на автобусе. Достаточное количество магазинов, сервиса и медицинских услуг и прочей инфраструктуры. Велодорожек нет, но это не критично, ибо автомобильное движение тут минимальное. Но мы еще подробнее остановимся на этом прекрасном районе. А тем временем мы выехали из Римбертова и покатились к Веселе. По разделяющей их дороге нас окружал чистый сосновый лес под голубым небом и весенним солнышком. Хотели проехать до Веселы. И вот проехали. Ну да. Ну, как обычно, чистенький, прекрасненький городочек, уютный. Относится к району Варшавы. На въезде в Веселу мы обнаружили цукерню. И, естественно, резко цукерня захотелось открыта. Выпить кофе и слопать вкуснейшую выпечку, ну и выкурить трубку. Ну, можно, да. Так и сделали. Радуясь отличной погоде, на покатушке вышли родители с детишками. Веселы – тихий и очень зеленый район. Район граничит с Мазовецким ландшафтным парком. Попили кавы и вылезли святые яйца. Пока пили кофе, изучили по карте место и нашли то, куда можно попутно доехать и ознакомиться. Но об этом позже. Поражает вот такие местечки для отдыха. Все культурненько, блин, все прикольненько. А про Веселу можно рассказать следующее. Это район Варшавы с 2002 года. По площади и количеству жителей равноценен Римбертову. Ранее, в 1968 году, это был отдельный независимый город, и развивался он благодаря пересечению трех важнейших транспортных путей в сторону Праги, Тирасполя и России. Прикольно и весело. Да? Говорю, прикольно и весело. Это самый зеленый район Варшавы. Расположен он среди дюн и густо покрытый сосновыми лесами. Более 60% территории Веселы покрыто лесами, в основном сосновыми. Кроме сосен, здесь много березы и дуба, а в более влажных местах ольхи. Шикарно. Блин, велодорожки. Сосновый лес молодой. И чистый воздух. Естественно. В
В районе находится уникальное торфяное болото, известное как Бань-Іо-Яцек, которое является частью Варшавской охраняемой ландшафтной зоны. Это идеальное место для семейных поездок на велосипеде. Велосипедные дорожки в Весоле имеют длину около 10 километров. Скажи мне, где в Москве так можно за городом по лесу сосновому покататься? По асфальтированной дороге. Ай, хорошо, не буду я их употреблять. На окраине есть центр обучения конному спорту и отдыха, где могут тренироваться любители верховой езды. Жителям не возбраняется проводить пикники в лесу, и они с удовольствием бегают или занимаются скандинавской ходьбой по окрестным лесам, катаются там на велосипедах. Вместо администрации устраиваются спортивные соревнования под флагом «Веселые беги гурские». Весело – это безопасный район в плане преступности. В районе Весолы есть общественные библиотеки и дома культуры, проводятся бесплатные мастер-классы для детей всех возрастов. Также есть несколько компаний, которые организуют спортивные мероприятия для детей. Например, футбольная академия Весола, каратэ-клуб Весола и спортивная академия Михаила Малишевского. И даже есть свой небольшой зоопарк. На повороте вот такой штукой уложено, чтобы, не дай бог, какой-то из водителей не заехал. Это идеальное место спортом, отдыха и релаксации. В Весоле есть общество содействия физической культуре и теннисные корты. Здесь можно воспользоваться веревочным парком, что в старой Милосне, аквапарком Веслоландия. Также имеется тренажерный зал, теннисный корт, фитнес-клубы. Также в районе есть спортивные залы под открытым небом, строительство которых финансируется из бюджета Варшавы.
Мало нам было. В прошлый раз шишек с говном опять залезли в лес. Короче, видать, Горбатого только футбайк исправит. Ну, зато опять же красотища, блин. Шишки. Эти. Валяются. Шишки. Крутиками крутя. Нашли на карте какую-то руины. Сейчас дойдем, может быть, и может быть найдем даже. Ну, может, дойдем и не найдем. Там что-то было, потому что изгиб в эту сторону. Мох тут. Ну вон что-то я такое вижу. И пока мы рассказывали вам про этот замечательный район, мы докатились до того места, которое нас заинтересовало на карте. Это Ригельбау 514. 514. Немецкое название МГ Казематте. Размер 9 на 10 метров. Толщина наружных стен 200 сантиметров. Толщина потолка 200 сантиметров. Тип сопротивления БНЛ. Хрен его знает, что это такое. Экипаж 6 человек. И построено таких зданий всего было 12. Ригельбау 514 представлял собой бункер 9 на 10, транзитор, железобетонные стены толщиной 2 метра и потолок, усиленный стальными балками. Он был оборудован газовым затвором, двумя помещениями, скорая помощь и боевая, и комнатой наблюдателя, отделенной коридором. Внутри койки для экипажа из 6 человек. В состав убежища также входили воздушный фильтр, перископ, установленный в потолке, и угольная печь. На карте обозначено как Ригельбау 514. К сожалению, на момент нашего приезда сооружение было демонтировано, и нам не удалось его обследовать. Было бы очень интересно посмотреть на военный отголосок прошлого. Ну, Ригельбау, так Ригельбау. А надо это, Википедию посмотреть. Может, что-нибудь скажет. Ну, место прикольное. Но мы не сильно опечалились, ведь благодаря этой точке на карте мы покатались по отличному лесному массиву и ознакомились с Весолой. О, Бронкина стоят, чей-то тут. А, это наш. Такие у нас интересные места есть рядом с домом. Всем пока!